Nokia 6500 Classic. Сбор телефона. Начинаем сбор телефона со средней части аппарата. Устанавливаем вибромотор и полифонический динамик. Приклеиваем подложку клавиатуры. При этом не забываем загнуть шлейф с микрофоном. Снизу прикладываем антенну и защелкиваем ее. Вкладываем в канавку коаксиальный кабель и защелкиваем его держатель. Далее вставляем системную плату. После этого защелкиваем разъем подложки и вставляем коаксиальный кабель. Устанавливаем зарядный шлейф и фиксируем его защелкой. Защелкиваем на плате коннектор дисплея. Разворачиваем дисплей и устанавливаем поддисплейную рамку. Фиксируем рамку винтами. Разворачиваем дисплей и фиксируем рамку дисплея пальцами. Вставляем корпусную клавиатуру в пазы и сверху надеваем переднюю панель. Устанавливаем Bluetooth-антенну и защелкиваем верхнюю накладку. Переворачиваем аппарат и вклеиваем рамку с защитным стеклом камеры. Все, аппарат собран.